пахнет подождем. Этой ночью и холодным днем мы с тобой больше не вдвоем. А жаль. И уже не важно, чья вина, я брожу по улицам одна. Наших слов не сказано, стена печаль. И не осталось ничего. Весь мир стал словно черно-белое кино. Знаешь, ты еще меня ты ждешь, а любовь уходит, не вернешь. Я не плачу, это просто дождь. Прощай. Ля-ля-па, эти ноты. Ля-ля-па, ахти ноги. Но уже ничего не успеть. Ля-ля-па, как печально. Ля-ля-па, на прощание. Может быть, ты придешь эту песню попеть. На бульварах мокрые зонты, над рекой мокрые мосты. Я конек дрожит из темноты такси. Знаешь, что еще меня ты ждешь, а любовь уходит, не вернешь. Я не плачу, это просто дождь, прости. Тебя попробую забыть. Но что же делать, надо как-то дальше жить. И уже не важно, чья вина, я брожу по улицам одна. Наш слов не сказан, их стена. Прощай. Ля-ля-па, эти ноты. Ля-ля-па, одиноки. Нам уже ничего не успеть. Ля-ля-па, как печально. Ля-ля-па, на прощание. Может быть, ты придешь. Жить. И уже не важно, чья вина, я брожу по улицам одна. Наш путь не сказан, их стена. Прощай. Ля-ля-па, эти ноты. Ля-ля-па, одиноки. Нам уже ничего не успеть. Ля-ля-па, как печально. Ля-ля-па, на прощание. Наш третейский судья. Самое время Леониду Агутину вручить тот букет цветов, о котором я вам говорил в самом начале программы. Ну а теперь членам жюри предстоит вновь поработать и отгадать, кто представил нам Анжелику Варум. Смотрите, Леонид не отпускает ее. Да, Ева. А, уже и... Лесру. Я первая. Звонок для учителя. Понятно. Кто первый, пожалуйста. Я. Да, пожалуйста. Я отгадала эту прекрасную девочку. Все? Да ты что? Да, это Ирочка Нельсон. Да, это Ирина Нельсон, бессменный лидер популярной группы «Рефлекс», которая в этом году отмечает свое 25-летие.